А наша коллега из Еревана побывала в гостях у мастерицы, которая вышивает, страшно сказать, на металле. Слово Лилит Мадонс. Вместо тканей и пялец, латунь и медь. Лина Гагикян уже несколько лет вышивает по металлу. Каждый свой вечер она проводит в мастерской, где отдыхает от дневных проблем и создает украшения. Методом афорта девушка воспроизводит историю жизни армянского народа. В основном я беру идеи из армянских миниатюр. Например, на этом украшении я изобразила армянский танец «Качери». Портреты композитора Комитаса, прародителя армян Хайкана Хапета, царя Тиграна Великого. Рисунки покрываются лаком, чтобы изображение стало четче и глубже. Затем они пройдут процесс окисления и получат зеленый окрас. Этот браслет практически готов. Остался лишь последний этап – очистить металл от верхнего слоя и придать украшению должный вид. Но самой кропотливой работой мастерица считает процесс гравировки иглой по металлу. Латунь и медь – это те металлы, которые можно озеленить и придать антикварный вид. Я применяю метод афорта, работая иглой, и получаю уникальные украшения. В процессе работы в мастерскую частенько заходят любопытные покупатели. Я была одним из первых клиентов Лины. Буквально влюбилась в ее работы. В них много тепла, а самое главное – это штучная работа. Пока Лина работает в одиночку, но в будущем планирует открыть просторный цех и свой фирменный бутик. Лилит Мадунцэ, Мина Вакян, Мир 24.